Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне.
Я нашел планы D6 и карту командного пункта, но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Отброшу за 50 патронов. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем сегодня мы с тобой, танцуем. Конечно, прокатимся с музыкой. Сам радистом раньше был. И после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственным бункером за Урал. Но по этим бункерам... Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Но может для оккупации грибы. Никто же не думал, что... Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Сидел я в радиорубке, слушал эфир, и пришлось всякого послушаться. В Сибири молчало все, а вот остальные выходили на связь, в том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы наносить еще удары. Никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети, в эфире плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. А что я могу делать? Ну ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война может и кончилась, но у некоторых еще своя война была. Знал бы ты, как за это приходится платить. Кровью. Махали на все руки. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Но мне горючего хватает. Ой, ну и деньги были. Как вспомню дрожь. Thank you.
Артём! Упражняюсь тут, как видишь. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в Д6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот, дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Это подвалы старого храма. Темный тоннель, грохот колес, запах смерти. Так начался наш путь в Д6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми не перестали. И еще там видели какую-то хрень, что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось.
останавливайся. Артём! Иди вперед. Артём! 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 Давай. Очнись, Артём. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артём, все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель, понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей. Упыри! Огонь! Сюда. Это еще что? Черт. Темно, как у негра дома. Ладно. Давай посмотрим, что там. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута.
Артём, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое? Перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела?